В смысле, ты, а кто ты? Ну. А, я, как это я. Тупой момент с уровнями, мешающими друг другу. У тебя, извини, под хвостом написано что-то? Да. Ладно. Привет, крошки. И мы пришли в Тавр. Но вы ничего не замечаете необычно? Например, уровень 0. Например, 10 тысяч уточек. Например, бесплатные эффекты. Они не работают. Как не работают? Я не вижу их. А может быть, они в магазине? Эффекты в магазине. Все. Что это такое? Вау. А, это просто это. Блин, я вот этого сначала не заметила. Ого, ого. Крутяк. А что еще? Может быть, есть что-то, чего у нас нету? Мне кажется, все остальное... Мне кажется, у нас все открыто. Возможно. Слушайте, конечно, у кого не открыто, то можете открыть бесплатно. Ну, мне кажется, что это прям как та история с Murder Mystery. Точно, точно, точно. Но самое крутое, ради чего я вас сюда позвала, это... Вы готовы? Вы готовы? Да. А ну-ка. Что? Что ты сделала? В смысле? Это стоит всего лишь 50 уточек и флуфи. Вот. Эта штука была на 1 апреля. Да-да-да. На 1 апреля? А, я вот все пыталась вспомнить, когда же это было. Блин, так клево. Короче, я по ним так соскучилась. Это так здорово, что их можно взять и купить. Только у меня голова торчит там. У вас торчит голова? Да, тоже торчит. Нет, да. Лоб торчит, слишком видно. У меня нет, не видно. А ты где, а где? Ну вот сейчас... Так, ладно. Иду, иду. Вот, смотри. Тут shift не работает, блин. Работает. Работает. В смысле, надо, не видимо, работает. Включить в настрой. Shift-лока, видимо, нет. Подождите, а у нас руки были лапками или были руками? Это был как костюм или как? По-моему, так и было все. Ну, вроде бы так. Я не помню, вот. Теперь придется сравнивать. Ева, ну 3D-одежда в Тавре недоступна, так что очень вряд ли тут было бы что-то... Да, блин. Но это же не классический Тавр. Ну и что? Может быть, тут работает. Кстати, мне... надо вот проверить ради интереса. Мне кажется, механика Тавра и обе такая, что вот этот вот стандартный размер персонажа не должен меняться, иначе ты не сможешь прыгать. Вот, понял. Слушайте, но мне очень нравится вот эта вот иконка, которая при покупке вот этого вот костюма дается. Она такая забавная, вот эта вот мордочка. Так, а что у нас еще есть в магазине такого? Ничего. Все то же самое остальное. И даже за робоксы все то же самое. Клево. А вот теперь мне интересно, удалят эту игру из Роблокса или нет? Ну, копирка абсолютно наглая, потому что здесь все то же самое, даже тупой момент с уровнями, мешающими друг другу. Когда своровал, я не знаю. Так может быть, это и есть разработчик Тавра, просто он решил. Нет, это кто-то другой. А, слушайте, а еще я могу вам заблокировать магазин и пропустить раунд. Это ты можешь сделать и на частном сервере. Да. Да. Хорошо. Ну, тут 4 секунды осталось, поэтому. О! 40 уровней. Стоп, а как мы пушистики? А я сразу на первом оказалась. А мы, наверное, просто еще вот, да, не умерли. Блин, сейчас теперь... вернем пушистики. Чё, я была хорошенькая. Я поменялась, у меня хвост отобрали. У меня тоже теперь голова вылазит зачем-то, почему-то. Блин. Я без хвоста. А мы, кстати, теперь 2-2. Смотри, давайте парный тавр. Вон Ульяна съешь, и один уже нет. Поздно, я умерла. А мы вот с тобой одинаковые. Реально одинаковые. Ну мы совсем прям одинаковые. Да. А ты когда ползешь, у тебя, извини, под хвостом написано что-то? Да. Ладно, тогда все в порядке. Ну, ага, это автор этого вот этого вот произведения искусства, которое, собственно, костюмчик. Вот. Секундочку, так получается, это костюмы есть в магазине? Да, конечно, все эти предметы есть в магазине. Капец, только что до меня это дошло, что они существуют, эти костюмы. А вот это клево. Насчет этих пушистиков, я помню, что мы становились еще, по-моему, оленями.
и кисиками. Было такое? Да. Не помню особо. Я на самом деле уже все забыла. Да, было. Очень хочется теперь накрутить. Мне кажется, мы были пушистые. Или мне казалось. Не знаю. Ну, короче, ребят, пожалуйста, напишите в комментарии, если вы помните, или можете хотя бы просто сравнить, были такие прям костюмы, или как-то они немножко изменены все-таки. Потому что мне кажется, что не один в один были такие костюмы, что-то было не так. Ну, по крайней мере, у нас тут голова вылазит, вот. Ну, да, голова вроде бы не вылазила, потому что, скорее всего, нам еще и тело меняли, а здесь оставляют наше тело и на него надевают... Вот, да, вот что-то с телом не так. Я же говорю, что что-то руки как-то выглядят странно, подозрительно. Да. У нас, по-моему, лапки были везде. Да какие лапки тут могли быть? Ну вот на пятках есть у меня лапки, а на руках лапок нет. Да, потому что мы были нубиками, мы были все квадратные. А может стать нубиком? Я буду настоящим этим? Так может, поэтому голова и вылазит? Ну да, голова именно поэтому вылазит, потому что это не нубская голова. У меня с головой все в порядке почему-то. Может, у тебя нубская голова? Извини, пожалуйста, просто... Ну, у меня будто бы маска просто спереди, а сзади она так окрашена просто, и все. Ой, все, я была высоко, и теперь я, да. О! Теперь другой кисик. Ева, у меня голова не вылазит, а еще я зелененькая. О, клево. Но я, к сожалению, падать не хочу, потому что я уже нападалась. Ты можешь посмотреть вниз. Вниз? Это вижу зеленое. Это я. Нет, я так не могу посмотреть. Ну все. Вот, а почему, собственно, я сделала 40 уровней? Да потому что я хочу проверить, есть ли здесь секретки. Вот, мне очень интересно, все ли скопировали. Ну, скорее всего, все, потому что копировать не все и не включать какие-то уровни, это сложнее, чем просто скопировать вообще все. Это да. Как он, правда, этого вот сделал, я тоже не знаю, но это уже другие вопросы. Может быть... Тут получили разрешение на копирку тавера и добавление вот этих вот штук. Блин, чуть не упала. Я упала. Этих вот кисиков. Ну, на самом деле, знаешь, у меня есть какое-то предположение, что во время этого обновления что-то там было, возможно, допущена какая-то ошибка, и было очень легко вот это вот все своровать. И поэтому оно своровано именно с этими пушистиками. Поправьте мне, если есть другая версия, но я только так это вижу. Ну, слушай, звучит вполне логично. Так, а я тем временем умерла, а я не согласен. Почему? Как вообще вы себе представляете, что значит? Вы думаете, что игра обновляется, и во время обновления кто-то такой: «Ой, блин, я же оставил код открытым! Эх ты, ёлки-палки!» Вдруг кто-то участвовал. Нет, таких вдруг не бывает. Участвовал именно в создании вот этих пушистиков. Предатель! О, Амогус. Ёшь, как ты думаешь? И ему дали возможность, ну, чтобы там всех сделать новыми, дать вот эти вот скины. А он такой: ага. Да, все так и было, точно, я уверен. Так и было. Я вообще-то детектив, если что. Пон. Слушайте, у меня как-то проблема с прохождением тавера. Вы как, у вас там все хорошо? Вы не падаете? Да пока я иду, пытаюсь не смотреть, сколько я прошла, потому что только я посмотрю. Ну, это тоже. Я начинаю падать. Я уже... Как вам предложение поменять тавер? В смысле? Ну, я уже почти до половины дошел. Ну ладно. А может, ты возьмешь пружиночку себе? Точно, кстати, я же вариант. Забыла. А еще можно антисветяшку купить. Ничего себе, она дорогая. Да, дорогая? А, ну да, она всегда дорогая, ну, если что, много уровней. Много, да. У меня нет двойного прыжка! Как это нет? Потому что уровень 0. Капец. А смысл в мне сейчас от пружинки? Возьми другую пружинку. Я просто выше прыгаю? Как... Получается, ничем мне не поможет. Лучше не стало, короче. Просто чуточку выше прыгаю. Я-то думала, сейчас возьму и начну там проходить все большими прыжками двойными. Вообще, ага. О, а тут посередине есть что-то? Нет. Но зато я проверила. Блин, Ева.
Ну, зато ты можешь, пока ты внизу, постоянно ресетиться и выбирать себе новые скинчики, вот эти выбивать. Точно. Я хотела сейчас убиться об светяшку и поняла, что я не могу убиться, потому что мне куплена антисветяшка. Да, а кто... Точнее, у всех. Убьется наверху, тот окажется внизу, поэтому только ты можешь менять свой скин. Точно. А кто мне развернул вот эти штуки? Извиняюсь, конечно. Какие? Да вот эти вот, которые шестеренки висят. Как они развернулись? Я их вообще не трогала. А, они бывают разворачиваются, да, бывает. Но я теперь не пройду. Так, а у меня теперь... Я надеюсь, что у меня получится дойти до оленей. Но, по-моему, тут одинаковые только кисики. Черный, фиолетовый. Они вообще кисики? Ну, вот эти... как-то не кисики вообще. Я без хвоста! Вот я тоже зеленая только. А я фиолетовая такая, волчица. Ну да. А у нее нос такой немножечко, не знаю, смешной такой, крупненький. Ну, он вытянутый, обычный нос. Ну, не знаю, мой напоминает пятачок, если что. А, ну тут не видно. Итак, момент истины. Стану ли я нубом? Да! Вот. Наконец-то, у меня все получилось. Лапки есть? Секундочку, да, подождите, я же радужная вот эта вот волчица. Капец, я красивая, мы очень долго пытались такую поймать. Ага. Вот, красивая. Короче, Лана посоветовала просто все снять, и я решила вот стать таким нубом, у которого теперь будут лапки. В смысле, у меня нет костюма? Какого костюма? Я сейчас ресетнулась, у меня нет костюма. Чего? В смысле, ты, а кто ты? Нуб. А, Я? Не знаю, слушай, так, сейчас еще раз ресетнусь. О, ну вот, сейчас есть. Да, и лапки есть, красивая. Ну все, теперь я буду искать этого оленя, получается. Будут ли они здесь? Почему-то вот есть такое... Мне зеленый еще, кстати, не попадался ни разу. Я его, короче, знаешь, как будто выбиваешь какие-то эти... Да-да-да-да-да-да. Редкие скины. Так, вопрос к Йоше. Как там с уровнями? Все то же самое, да? Да, все то же самое. И даже повторяются часто уровни. Я красивая в точечку лисичечка. А еще тут, не знаю, заметили вы или нет, но какая-то беда с гравитацией именно предметов в Тавре, потому что я вот прыгаю на такой мостик подвесной, и его начинает так колбасить, вы просто не представляете. Ого. Да, кстати, я это заметила на зеленом уровне. А, так бывало такое. Ага. Такое бывало, когда только-только на уровень приходишь, или тавр там только создается, его колбасить начинает. Но здесь все колбасит, как только ты наступаешь на это. И также очень раскрутились вот эти шестеренки на ниточках сами. Поэтому ага, ну я что-то все-таки тут так не до конца доделано. Ну, я так понимаю, секреток, скорее всего, нет. Ну, может, нам просто не попалось. Я уже процентов на 65. Так и 70. По цвету можно было понять, что их здесь ну, нет. Ну, мало ли, всякое бывает. Бывает же этот тавр, который скошенный или еще так там что-то. Так это тоже видно всегда. Ну. Это да. Ой, божечки. Подождите, а у нас... А, сердечками, по-моему, было, да? Кажется, да, что-то такое было. Я даже не знаю, кто это. Это кисик. Кисик, который... Не знаю, какой-то интересный, короче, кисик сердечками на пяточках, вообще со всех сторон на лапках. Ой, очень красиво. Блин, теперь хочется спрыгнуть и посмотреть, но я буду держаться, потому что я довольно высоко. А я продолжаю экспериментировать, смотреть на свои скины новые. А я так сосредоточена, что я вообще боюсь что-либо говорить про мою высоту, где я нахожусь, потому что у меня как-то слишком хорошо получается. Ну все, я сейчас упаду. Я, кстати, опять нубом превратилась без одежды. Странно, почему так бывает. Может, не успевают просто прогрузиться, потому что я слишком быстро ресетаюсь. Может быть. А вы не помните, какие еще были всякие ивенты на 1 апреля? Ой, кстати, я оленёна! Я этот еле вспомнила, поэтому нет. Да, я вообще не помнила, что это на 1 апреля было. Да было, так да. Что... Потом еще что-то было такое тоже забавное вроде бы, но я вообще не помню. Но скоро новое 1 апреля. Да, вот я тоже хотела сказать. Так что посмотрим, что придумают. Но зная, как делаются обновления в Тавре, я чувствую, что нас снова ждут вот эти же самые пушистики. Да, да, это правда. Все может быть. Так что можете сейчас сделать свой прогноз, написать в комментариях, как вы считаете, что у нас
будет через сколько там, через месяц чуть больше. И потом сравнить, вернуться. Ну, 6 реально месяц остался. Капец. Да. Ну, чуть побольше, но... Ну, да, да, чуть-чуть. Да. Слушайте, а олененки были с рогами или вот, нет? Кстати, кто-то был с рогами, а кто-то без, да? Если я не ошибаюсь. Капец. Ну, короче, я зеленый олененок, мне очень нравится, я красивая. О, ты реально докрутила до олененка? Да. То есть, мне не показалось, они действительно были. Ага. Слушайте, ну, что-то какая-то проблемная проблема у меня проходить тавр. Возможно, это потому, что не настоящий тавр, и я его поэтому пройти не могу. Вот, но я попробую еще раз, последний раз крутануть. Может быть, у меня появится еще один олененок. Нет. Ну, что и следовало ожидать. Вот, а тем временем Ёша уже почти подходит. Да, и уровни прям повторяются, слушай. Да? Прям частенько. Такое ощущение, как будто это старые уровни какие-то. Да, возможно, вот. Потому что я тоже не вижу новых. А еще вы заметили, что нет названий на уровнях. Серьезно? Да. Правда, ничего себе. Ни названий, ни автора, ничего. Как будто да. Вот это он и сделал. Пусть вот это. Эту игру, да. Ой, а мне интересно стало, если я выкину пружинку, то она выкинется здесь или на самый верх тавера, как у нас было там. Так, это так. Она тут выпрыгнула. Короче, она внизу валяется. Если кому нужно, вы можете спрыгнуть 20 плюс уровней. Ладно, всё. Ты чего? Не хочу, мне лень. Я тоже немножко упала тут. Буквально пару уровней, но мне реально что-то уже лень. Да. Тем более, это не настоящий тавр. Чего проходить? Это да. Да, ничего не дадут. Ну, может быть, тут все сохранится. Вот, в смысле, следующее обновление на 1 апреля. И будет еще какой-нибудь прикол. Ну, может. Вот, мы же не знаем, что там будет. Поэтому тут приятно тоже поднимать уровень. Но уровень здесь не поднимаются, уточек здесь не дают. Слушайте, а как? Может, это просто на приватке, потому что? Ну, в тавре-то дают на приватке. Ну да. Ой, есть зеленый кисик. Все, без хвоста. Так что я буду, наверное, на этом заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на все наши каналы, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. 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 Пока.